Восстановить лес на площади почти 700 гектаров планируют в этом году власти республики. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» две трети этой территории уже засажено деревьями. Восстанавливают леса такими породами, как сосна и береза. Кроме того, в этом году в питомниках республики планируют вырастить более 4,5 миллионов саженцев сосны, ели, лиственницы, дуба и липы. Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Ефремов отметил, что во Всероссийский день посадки леса в Заволжье на 6 гектарах высадили более 40 тысяч сеянцев сосны. Сегодня на местах горельников после лесных пожаров 2010 года восстановили более 5 гектаров леса. В этом году работу продолжат. В целях завершения восстановления лесов на местах горельников завода в 2020 году на расчищенных площадях планируется провести лесовосстановление на площади около 300 гектаров. Оставшуюся часть площадей, это 2,3 тысячи гектаров, перевести в покрытую лесом площадь, как естественно восстановившиеся леса. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что сегодня в лесах Чувашии сохраняется высокая пожароопасность, и жителям республики нужно проявлять бдительность, а профильным ведомствам быть начеку.